Я тут уже тоже. Я тут чисто пытаюсь. Я-то уже здесь, я просто. Аплодисменты! Четвертый курс!
Итак, внимание, конкурс лета. Почему на конкурсе? Команда на Маевке. Вот от этой линии. Вдоль. Становится мальчик, девочка, мальчик, девочка. Вот он, стопа к стопе. Итак, мальчики смотрят в лес, который справа, девочки смотрят в лес, который слева. Вот я вот стою вот так, у меня где право, где лево, стопа к стопе. Девочки смотрят туда, в тот лес. Мальчики смотрят, да, дальше расходитесь, стопа к стопе, это обязательно. Сейчас вам выдам арбуз, большой-большой арбуз. Да, принцип удивителен. Итак, сначала команда передает врач из рук в руки по верху. Из рук в руки. До последнего. Потом возвращаем мяч обратно. Возвращаем мяч обратно, передаем между ног. После того, как мяч вернулся опять направляющим, поворачиваемся в колонну, передаем мяч по верху. После того, как опять мяч вернулся к направляющему, передаем мяч в туннель, мяч в туннель. Все понятно? Друзья, понятно? Сначала руки, руками в этой позиции, потом между ног, затем поворачиваемся к лицом к направляющему, передаем сверху, и затем уже передаем снизу. Все предельно ясно, по-моему. Итак, готовы? Сначала вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. Все, все объяснил я. Готовы? Первый круг. Второй, поехали. Итак, ready, go! Ноги! Становимся от
смотрят в одну сторону, девочки смотрят в другую сторону. Итак, осторожно, цель сбежания. Делайте аккуратно. Главное не победа, а участие. Оля, ты куда пошел? Это тоже отсели? Оля! Thank you.
Давайте канатки нужны! Никита, можно мы еще канат потянем? Минуточку. Пожалуйста. Куда ждали? Три недели. Поверьте мне. А, поднимите руки. Если завтра кто-то заболеет, сам виноват. А если нас кто-то, то тоже. Поехали. Да, друзья, новая информация. Те, кто желает, собственно говоря, посмотреть финальные заседания впервые за стрелом среди института, мы не вольны вас сгонять. Все те, кто действительно знает о себе больше, чем мы тоже не можем вас задерживать. Поэтому мы продолжаем. Она не испортится.